прятали и прятали загонялки, да? Да, вообще. Че, ты простудился, что ли? Да нет, это так, просто случайно. А ты что, простудился? Ребят, вы меня пугаете, а вдруг я то... Ой, что-то вообще непонятно, что происходит. Так, я не поняла. Я не поняла, это что такое? Это что за пчи? Это что за пчи, я на кухне услышала. Мамочка, мы просто гуляли. А капюшон одевали? Нет. Нет, мы не одевали. Нет. А шапки? А шапки вы одевали? Мам, я всегда в шапке. И я тоже. А я в пантике. Так, ребята, ну-ка быстро в постель. Сейчас буду проверять вашу температуру. Ну, мамочка, ну мы хотим еще погулять. Пожалуйста, можно еще погуляем? Ой, быстро в постель. Хорошо. Ну, ладно, пойдемте в постель. Ну-ка быстренько все в постельку. Хорошо, мамочка. Хорошо, мам, хорошо. Хорошо, мам. Все, быстренько в постель. Так, что я с краю? Я тоже с краю. А я тогда что, посередине? Да. Все, мамочка, мы любим. Ой, не так плохо вам, ребят. Я вообще-то голодный. Мам, ну где ты там? Иду, иду. Ой, как замечательно, что вы легли. Так, сейчас я каждому дам градусник. Хорошо? Только не двигайтесь. Хорошо. Хорошо, мам. Хорошо, мам. Сейчас я сбегаю за ними. Хорошо, мам. Мама, ты кушать что-нибудь приготовишь? Приготовлю, приготовлю. Ой, дети. Так, 10 минут прошло. Ну-ка, давайте посмотрю, что у вас тут. Так, так, так. Да, у каждого температура 37. Надо укольчик. Нет, мам, только не укольчик. Ну, а что сделаешь? Ну, что сделаешь? Вы сами набегались. На улице весна. А вы бегаете без шапок, без капюшона, без всего. Ой, ладно, пойду в аптеку за укольчиками. Ну вот, добегали, теперь укол. Да он не больный, что ты переживаешь? Да. Ой, на улице такая погода классная, вы болеете, здесь лежите, а? Ой, ладно, переворачивайтесь все на животик. Я буду делать каждому укольчик. Ну, мамочка, это больно будет. Нет. Не, больно не будет. Правильно, карамелька, больно не будет. Давайте. Так, компот, я тебя все равно не слышу. Что ты там говоришь? Что ты бубнишь? Ты же в подушку уткнулся. Что ты можешь сказать? Все, я ставлю укольчик. Все, так. Ну все. Ладно, переворачивайтесь. Ложитесь на спинку. Мам. Ну что ты говорил? Что ты бубнил? Я тебя ничего не поняла. Я говорил, ты кушать что-нибудь приготовила. Ой, готовлю, готовлю. Скажите, как вам укольчик подействовал? Получше стало? Мне, да. Я уже не чувствую ничего. И мне хорошо, только я голодный, мам. А я тебя в аптеку лечу, чувствую. Ну, замечательно. Пойду папу обрадую, а то он тоже переживает. А вы маленько полежите и вставайте, хорошо? Хорошо. Хорошо. Да, мам, и мы придем на кухню. Хорошо, компот, ну ты прям какой-то прям нетерпишка. Пойду на кухню что-нибудь перекушу, а то вообще исхудал. Как же мои детишки? Как же они там? Ну как же? Может быть, они уже все хорошо себя чувствуют? Или плохо себя чувствуют? А может быть, хорошо? А может быть, плохо? А может быть, хорошо? Ребята, а вы не знаете, как там мои детишки? Они себя хорошо чувствуют? Или уже нет? Или хорошо? Или нет? Или плохо? Или хорошо? Или нет? А может быть, им поможет пирожные? Или мороженое? Я не знаю, я паникую.
все хорошо, я им поставила уколчики, уже тут же. Это хорошая новость, моя дорогая. А я так переживала. А я весь мыль, я бегала туда-сюда, переживала за них. Ну хорошо, это же хорошо, когда ты переживаешь за своих котят. Конечно, хорошо. Ой, пойду прилягу. Что-то я прям утомился бегать. Ой, дорогая, да, милый, а кушать скоро будет готово? Ай, ты как компот, прям я не могу. Точно. Компот же хотел кушать. Пойду ему что-нибудь приготовлю. А то и проголодается совсем. Исхудает котенок наш. Итак, коржик Акинфеев бежит на мяч. Ху-ху. Ху-ху-ху. И я победитель. Ху-ху. Ой, как хорошо на улице. И солнышко светит. Какая погода хорошая. Я тебя игрушку. Когда же будет кушать? Компот, ты что сделаешь? Я вообще так жду, когда мама придет покушать. Я тоже, можно я здесь тоже потаю? Да, конечно, пап. Ну что, голодный? Конечно, голодный. Ну хорошо, вот, на, пока поешьте колбасу. Хорошо? Хорошо, мам. А я сейчас приготовлю суп. Хорошо. Хорошо, дорогая, мы ждем. Да, это, конечно, было вкусно. Ну мало. Да, я тоже не наелся, потому что ты больше меня съел. Ничего подобного. Ну ладно, пойду работать. Ну я еще есть хочу. Ой, как я сегодня устала. Наготовила, за детьми поухаживала. Кто бы за мной поухаживал-то? Вообще. Ой. Пойду лечиться. А здорово мы сегодня провели время, да? Да, здорово.